Таймас Темирбеков из Дагестана стал победителем этапа Кубка России по шахматам. У него 7 очков и первое место. Соревнования прошли в Нижегородской области. Таймас Темирбеков опередил шахматистов из Ивановской и Самарской областей на пол очка с повышенными коэффициентами. В итоге по дополнительным показателям они оказались на втором и третьем местах. Соревнования прошли по швейцарской системе в 9 турах с классическим контролем времени. В турнире участвовало 68 любителей древней игры.